Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Машалла, вот тут, смотрите, какие пальмы красивые и как ухожены. И каждый вот кузза, каждую ветку фиников они оборачивают вот в такой мешок. Видите, и воздух проходит, и все проходит. И потом финики собирают вот так. Уже сезон фиников, смотрите, скоро будет. Машалла, машалла, новые финики. Это вот прямо на территории мечети растет пальма. Вот смотрите, какая мечеть здесь красивая. И вот с этой стороны, машалла. Вот здесь тоже финиковая пальма. Смотрите, площадка для молящихся. Вот направление кыблы. Но во время джума здесь. Это вообще мечеть называется Джами Абдулла ибн Мубарак. Смотрите, это Абдулла ибн Мубарак. Она была построена в 1419 году в Рамадане. Джами Абдулла ибн Аль-Мубарак. Джами, это говорится, это когда здесь проводится джума, коллективные намазы. И Абдулла ибн Мубарак, он был учеником Саури, потом Лейс ибн Саада, потом, то есть известный мухаддис был, и ездил по разным странам, собирал хадисы. В общем, вот это его мечеть, он, вернее, прозвана в его честь, да, как бы. Что? Влажность ощущаешь? Я когда приехал, я сразу почувствовал, что здесь влажность.